Весной прошлого года на мемориале Победы провели облицовку постамента, пилонов и вертикальной полукруглой стены. Отреставрировали буквы, символику и барельефы. В 2016-м в списке работ значится устройство каскадного фонтана, реставрация лестниц, дорожек и озеленение. Увидеть обновленный парк горожане смогут 9 мая. Подрядчик заверил, построим на века. Работы выполнены очень качественно. У нас для этого здесь на объекте постоянно присутствует Улан-Удэ стройзаказчик, который контролирует качество выполняемых работ. Работы на данный момент выполнены на 80%. Город украсится флагами и тематическими баннерами уже к 5 мая. Растяжки с именами героев вечерами будут подсвечены. Львиную долю работ по обустройству памятников выполнили в прошлом году. Сейчас просто убирают, белят, красят и обращаются к бизнесменам. Ну и также мы предлагаем свои макеты, чтобы оформили свои фасады, разукрашили. Ну, флаговые композиции это обязательно. И потом еще у нас будут аншлаги на стенные панно вот, на всех организациях, на предприятиях, потому что это праздник всеобщий, народный. Мы помним, мы гордимся. Ваша победа в наших сердцах. Ветераны, низкий вам поклон. Баннеры с такими надписями разработаны художниками и появятся на госучреждениях, кинотеатре «Прогресс», путепроводах и видовых улицах Улан-Удэ. Анна Зуева, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.